Время летит, и Петр Наконечный из некогда молодых бойцов превратился в ветерана Украинской национальной федерации таиландского бокса. Сейчас все мысли о тренерской работе, свои воспитанники. На сегодня необычное событие. Тренер Наталья Коган и ее подопечные, юниорская сборная Украины, пригласили корифея муай-тай на мастер-класс, чтобы узнать секреты мастерства чемпиона Европы, призера чемпионатов мира, победителя профессиональных боев по различным версиям. В каждом движении этой боксера свой смысл и секреты. Клинч – борьба в стойке, которая отбирает очень много сил. Но если вы правильно работаете, говорит Петр Наконечный, имеете наоборот возможность восстановить свои силы, отобрав их у работающего на всех оборотах соперника. Вы можете заставить его проиграть на его же работе. Кроме клинча, обсуждаем бэк-фисты, работу ног, повороты. Тут же отрабатываем знания. Таиландский бокс не просто единоборство. Это своя мудрость, своя политика, свое сознание. Поэтому жизненные советы, знания не меньшие, а может большие, нежели просто техника. Да, нет, это моя жизнь. Это моя жизнь. Я, как говорится, вот, счастливый тот человек, у которого хобби есть его работа. Это моя работа, я от работы получаю удовольствие. Я очень рад, что действительно я связал свою жизнь с тайским боксом. И я продолжаю и буду продолжать это делать. Петр Наконечный вспоминает легендарную сборную Украины по таиландскому боксу. Многократные чемпионы мира, звезды тайских рингов были прежде всего хорошими товарищами и людьми, которые многому друг друга научили. Дивизия «Один за всех и все за одного» – так много глубины и науки для будущих поколений. Сегодня и совсем дети, и юниоры постарше благодарны мастеру за знания, которые понесут через жизнь, как спортивную, так и человеческую.